И йо-йо, Сэнстафи, сегодня я вам расскажу, как сделать такой же Steam профиль, как у меня. Но перед видеороликом я советую вам поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь мне будет очень приятно. Ну а мы переходим к видеоролику. Итак, чтобы сделать такой профиль, вам как минимум нужен уровень 10. Но перед этим вам понадобится 3 сайта. Это Steam Design, gif.com и easygif.com и gif.marker. Так, вам нужны вот такие задние фоны. Заходите в инвентарь, находите, нажимаете «Показать в полном размере» и нажимаете «Копировать URL картинки». И заходите на Steam Design. Вот сюда вы кидаете, вставляете эту ссылку и нажимаете «Изменить BG». Потом у вас обновляется и нажимаете «Загрузить изображение». У вас начинается загрузка. Позже открываете этот файл. Короче, тут будет у нас 2 файла. 2 картинки. Аватарка. Аватарка вам не нужна, вот эта большая, а вам нужно вот это и вот это. Либо вот это оно, либо вот это. Ну, короче, 2 вот этих файла кидайте на рабочий стол, и дальше я вам расскажу. Потом заходите на GIF Marker, это все будет в описании. Нажимайте сюда и выбираем главную вот эту штуку, самую большую. Вставляем, и вот здесь пишем название вашего Steam профиля. Ну, можно и другое. Нет, ставь, и можно выбрать всякие шрифты. Я выберу вот такой. Можно перемещать, делать больше. Так, ну я сделаю вот так вот. И можно сделать всякие анимации. Тут много всяких анимаций. И вот. У меня вот такой стоит в профиле. Потом можно еще добавить всякие стикеры. Вот. Всякие стикеры. Но если вы не хотите их добавлять, то просто... И все уже сделали, то нажимаем Continue to Upload. Потом Upload to GIF. И ждем, когда она скачается. Потом у вас это скачивается, и мы перекидываем это на рабочий стол. Позже заходим на easygif.com и загружаем сюда наш файл уже с анимацией и все. Нажимаем загрузить. Ждем. У нас обновляется сайт. И здесь вот мы пишем 506 на 776. И пишем и resize image. У нас обновляется, делается больше, и тоже перекидываем на рабочий стол. Ту можно удалить. Позже мы заходим теперь в иллюстрации. У вас здесь не будет иллюстрации, и нажимаем загрузить иллюстрацию. Пишем не из игры. И даем название, например, 123. Потом выбираем файл наш, уже большой. Открываем. И нажимаем здесь правой кнопкой мыши «Посмотреть код», «Консоль». И впишем сюда команду, которая будет в описании. Вводим команду. Все будет хорошо. Этой ошибки не будет, я не знаю, что это такое. И потом сюда галочку «Сохранить и продолжить». И то же самое делаем со своей второй. Потом мы заходим в профиль. И сделаем витрина иллюстрации, потом редактировать или изменить витрину, и вот здесь вот находите свое изображение. Если вам ролик был полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч!